Также площадкой для фестиваля «Вместе ярче» стал центр «Лапландия». Кому как не ученикам кванториума, начинающим инженерам, программистам, изобретателям знать о том, как внедрять и использовать энергосберегающие технологии. Фестиваль «Вместе ярче» посвящен важности экологии. Посредством разнообразных игр и ликбезов ребятам в стенах центра «Лапландия» рассказали об актуальных экологических проблемах, а также о том, каким образом они могут внести свой вклад в сохранение природы. Основная церемония открытия сегодня проходила в областной научной библиотеке, а мы проводим здесь мастер-классы для ребятишек, посвященные экологии, энергосбережению. Это мастер-классы от педагогов, наставников нашего детского технопарка «Кванториум». На открытии фестиваля были как воспитанники Лапландии, так и их друзья. К примеру, на мастер-классе по дизайну нам встретился Денис. Рисовать в программе он научился сам, и, по словам парня, увидев местные планшеты, ему захотелось прийти сюда еще раз. Я рисую рисунок о электросбережении, то, что нужно беречь электричество. А вот здесь, конкретно вот здесь занимаешься, бывает, ходишь сюда? Нет, сюда второй раз только прихожу. А вообще захотелось еще сюда прийти, попробовать себя, ну, вообще да, нравится очень. А вот кванториум прошел уже без детей. Круглый стол был посвящен вопросам партнерского взаимодействия. К примеру, Мурманский торговый порт, будучи партнером фестиваля, регулярно присылает своих специалистов в качестве наставников для детей-кванторианцев. Дети-кванторианцы делают проект, 3D-модель торгового порта, которая будет стоять у нас в музее. Это вот один вид взаимодействия. Второй вид взаимодействия – мы все время пишем кейсы для развития детей. И в прошлом году кейс, который мы написали, он «Дети выиграли чемпионат России». В рамках круглого стола были также рассмотрены вопросы по совместному привлечению детей к творческой, научно-технической, естественно-научной, социальной и проектной деятельности.